И всем, как всегда, привет, с вами, да, опять Рампал. Ну, решил я пробежаться по старым точкам, по Платве, ребята тут ловили, и думаю, зайду, посмотрю, что да как. Ну, и, в принципе, что хотел бы вам сказать, ну, клюет, и очень даже неплохо, правда, у всех немного по наживке по-разному. У меня на кастер лучше заходила под 14 крючки, заходила она крупненькая, хорошая, больше 50 зачетов. Больше 50 зачетов за час, не считая мелкой, которая проскакивала. Ну и поводки из плетеного шнура 2,8. У некоторых получше идет на навозного червя, у некоторых на ручейника. Так что вам уже подбирать и смотреть, что да как лучше будет заходить. Без каких-либо ПВА, без каких-либо прикормов, дополнительных приманок. Все неплохо как бы складывалось у меня и хорошо все пролавливалось. Так что вам, как всегда, просто полных садков закрыть вам еще одного трофея, если у кого не закрыто. По координатам уже вы увидели, это 140-147, либо 141-146, в принципе... Не очень сложно, по карте также посмотрели, где это находится. Так что вам всем добра, всем пока.